Накануне в администрации под руководством первого заместителя главы курорта Светланы Яровой состоялось заседание межведомственной комиссии. На ней рассмотрели результаты, проведенные муниципальным контролем ревизии. На территории Анапы, в городской черте и Витязево выявлено 66 незаконно размещенных некапитальных объектов. Я предлагаю, предупредить пользователей вот этого всего имущества в добровольном порядке, демонтировать и разобрать данные сооружения. В случае, если мы не находим взаимопонимания, начинаем со следующей недели полный демонтаж. Поручение главы города Сергея Сергеева звучит однозначно. Пляжные территории должны быть чистыми от любых следов летней деятельности. Брошенные деревянные кафе, настилы, рекламные щиты, металлические конструкции должны быть вывезены, причем в кратчайшие сроки. После соблюдения всех предусмотренных законом процедур городские службы примутся за очистку пляжей.